Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. У нас сегодня воскресенье, поэтому это последний день, когда мы можем все доделать и подготовиться уже к понедельнику. Так, ежедневные награды мы с тобой забираем. Раз, два. Так, в магазине открыть колоду, поднять уровень персонажа. Секундочку. Так, поднять уровень персонажа. У меня сколько мутагена? Мало. Поэтому пока я этого делать не буду. А начнем, пожалуй, с открытия колоды. Так, что нам там выпадает? Ага, Мондагека. Понял. Опять, ребят, я забыл посмотреть перед началом видосика рекламу, чтобы получить откаты. Но я думаю, что нам этого хватит, что у нас есть. Так, что у нас по жетонам? 139. Ребят, берем с вами, опять же, 3 ДНК на Шреддера классику. Отлично. Так, здесь забираем награду. Сразиться в сложных боях, в легких, пройти серию испытаний. Давай быстренько пробежимся с тобой. Кстати, мы можем сегодня допройти смятение из другого измерения. Что скажешь, а? Или не будем? Ладно, посмотрим по времени. Если мы быстренько с тобой справимся и нам нечего будет делать, конечно, тогда пройдем смятение из другого измерения, да? Ну, а если мы сейчас где-то здесь с тобой встрянем конкретно, то, соответственно, уже перенесем на понедельник. Хотя в понедельник, ребят, тоже не вариант. Нам нужно будет буститься. Опять же, я работаю. Успею ли я это сделать? Может быть, мы сыграем в понедельник, но видосик, скорее всего, выйдет у меня тогда во вторник. Вот это вероятнее всего. Ладно, друзья мои, давайте делать с вами вертушку от Усаги. Он это дело любит. Шикарно, очень даже шикарно. Тут постепенка висит, и нейтрализатора нужно нам добить, все будет великолепно. Найс. Так, давай тогда этого добьем. И вот этого. Все, вроде бы великолепно у нас получается. И мы с тобой двигаемся дальше. Так, посмотрим. Если мы серию испытаний прошли, значит, нам теперь нужно сразиться просто-напросто в боях. Ну, а в боях мы с тобой будем драться именно за Карайку. Потому что мы прокачиваем ее, и нам нужно здесь дофига чего. Так, во-первых, 5 биноклей. Угу, 4. 4 бинокля, я говорю. Так, 3, 3 осталось. Ну, давай попробуем здесь вытянуть отслеживающее устройство, которое мне в данный момент не нужно. Так, это 2. Ну, давай еще 2 бинокля, и все. Последний. Последний находим и есть. Замечательно. Так, и нам нужно с тобой еще найти, ё-моё, 11 кружек. Ни много, ни мало. Ну, кружки, слава богу, у нас выпадают довольно легко и просто. Поэтому я думаю, мы их с тобой быстренько насобираем. Но не сегодня, это факт. Сегодня мы уже все сделали с тобой задание. Так что давай закрывать эту лавочку. Переходим сюда, забираем наши награды. Так, и поднимаем. Нет, не поднимаем мы никакой уровень персонажа. Потому что, ну, во-первых, ребята, мы будем качать с вами дальше, продолжать Ваньку-стиранка. А для этого нужно 24 тысячи мутагена. А у меня всего лишь 16 тысяч мутагена. Так что Ванек пока отдохнет. Ну что, а мы с тобой переходим на турнирную арену. Смотрим. Да, друзья мои, меня скинули. Лига мастеров 3 звезды, но ранг 77. Поэтому давай-ка быстренько с тобой постараемся бустануть. Так, Феденька. Федя, Феденька, сынок, давай, давай, я не против. Сейчас мы тебя немножко нахлобучим здесь, и все. И за счет тебя немножечко поднимемся, да, в ранге. В общем, занимаем с тобой топовое место. Дальше мы смотрим, что у нас там можно приобрести за сыр. И, наверное, все-таки пройдем с тобой смятение из другого измерения. Так, минус. Воу, не понял, а как это, интересно, спринтер выжил? На нем была постепенка. Ребята, это что-то не то. Это очень плохо, кстати. Знаешь почему? Потому что сейчас его ушатают. А знаешь, почему его ушатали, ребята? Потому что я забыл сделать удар нашим армагоном. Я его для чего вообще взял в команду? Скажи-ка мне на милость. Вот именно что. И совсем забыл использовать удар валуном. Я просто взял и укусил. Вот что значит встать и не проснуться еще. Да, друзья мои, вчера был тяжелый день для меня. Чуть немножко отдохнул. Сегодня как-то не очень хорошо себя чувствую. Ну да ладно.
Так, 69-я позиция, окей. Давай-ка попробуем с тобой тогда взять... Нет, можно обновить. О, Владимир. Вот Володька будет как раз против нас драться. Вот как вот надо было, ребят, тупануть, чтобы не использовать супервалун от Армагона, а просто сделать укус. Чё-то я совсем как... Трындец. Вроде уже столько играю, это уже должно быть на автомате, и я все равно забыл это сделать. Я в шоке. Я в шоке просто. Так, ладно, давай вертушку делаем и добиваем. Нет, естественно, мы сегодня с тобой попадем в топовое место. Но единственное, что, ребята, мы очень много сейчас потратимся. По крайней мере, на один бой так это точно. Потому что первый был у нас фейловым. Ладно, 69-я позиция превращается у нас в плане в 64. Они что, издеваются сейчас надо мной? Я не понял. Я всего лишь 5 ступенек пролетел. Зашибись, да? Не потеряв никого, полным составом отыграв, 5 ступенек они всего лишь мне дали. Должна как минимум десятка светить. Здорово. Ничего не скажешь. Тогда, ребята, у нас затягивается с вами эта процедура. Надеюсь, ненадолго. Так, ну-ка, валунчиком сейчас мы их... На-ка. Значит, 64-я позиция. Давай посмотрим. Сейчас, прикинь мне, 60-ю дадут. И это будет полный крах. Ну-ка. Ребята, что-то не то происходит. 5 ступеней я пролетаю. Это что за бред? У меня так, извини меня, и откатов не хватит. И персонажей. Я сейчас все просто потрачу. 5 ступенек, это... Да мне надо все здесь слить, чтобы первое место занять. Ть. Или что тут, все активировались под конец недели? Раз такое продвижение идет очень-очень супер медленно, я не пойму. Ну-ка. Сейчас посмотрим. Значит, была 59-я. Я тебе говорю, десятка должна как минимум светить. Это 49-я должна быть, 48-я. Это на крайняк. Ну... Да идите вы в пень, вы... Блин, они издеваются, друзья мои. Они меня всего лишь по 5 ступенек пропускают. Чё за бредятина? Я не понимаю, что происходит. Я просто не понимаю. Ребят, такого не должно быть. Я вам серьезно говорю, посмотрите прошлые серии. На 5 ступенек мы практически ни в одной из серий не поднимались так медленно. Ну, да, бывали там исключительные какие-то бои, где был такой момент. Но здесь, извини меня, 4-й бой подряд, и я не могу никак продвинуться нормально. Что за подкупленность, я не пойму. Ну-ка, давай глянем сейчас, что произойдет. Насколько мы ступенек с тобой поднимемся по рангу. Так, у нас с тобой 53-й был. Ну вот, вот, ребята, вот так должно было быть. Как минимум, да, 8-9 ступенек. Ну, извини меня, не 5 и там 5-6. Да, здоровски. Откаты. Мне придется, видимо... Да, майки, отвали. Мне, видимо, ребят, придется еще докупать. Помимо этого, себе откаты для того, чтобы... А, зачем я буду докупать, если у нас есть рекламные? Да, нам придется, наверное, сегодня посмотреть еще рекламку. Ну, естественно, вы этого не увидите. Я просто к чему говорю, что нам нужно с тобой получить еще 10 откатов. Я не буду тратить баксы на это все дело. А просто с тобой посмотрим, да, и уже халявные, как говорится, откатики будем с тобой транжить. Так, давай посмотрим, сколько ступенек мы сейчас с тобой здесь пролетим. Я думаю, что это будет нормально. Так, покажите мне. Так, 41-я была позиция и становится... Ну вот! Вот, ребята. Я не знаю, что там было за загвоздка такая. Почему нам... Знаешь, такое ощущение, что как специально делали. И вот теперь все, все отлично. Как и должно быть. Ты... Да, видимо, может быть, игра глюканула. Я не знаю, с чем это может быть связано. Но я тебе скажу точно, что на 3 боя мы с тобой здесь точно задержались. Мы бы уже с тобой были бы в топе. А вот из-за того, что он мне давал всего лишь на 5 ступенек подъемных, вот и результат, как говорится.
Ладно, короче, у нас с тобой 26-я позиция. Я думаю, сейчас будет где-то 15-я, да? По логике. Должно быть именно так. Даже 13-я, ребят. Еще один бой. Значит, мы с тобой укладываемся в наши откаты. Все как полагается. Поехали. Так, берем Супер Шредера. Да и вот этих можно, в принципе, отыгрывать уже. Туда в хвост идти нам не стоит. Тут все равно осталось немножко боев поиграть и все. Так, ну что, давай, Супер Шредера. Свои шипы, отлично. Так, теперь валунчик от Армагона. Ну, если мы сейчас с тобой даже не попадем на первое место, то это будет где-то второе или третье, даже может быть четвертое. Но я все-таки рассчитываю именно уже получить первое место. Ну-ка посмотрим. Да, друзья мои, все отлично. В общем, турнир на сегодня у нас закрывается. И я так думаю, что уже до понедельника. В понедельник мы с тобой будем пожинать, как говорится, плоды наших трудов. Кстати, я хочу посмотреть, сколько у нас. Ребята, в данный момент у нас 185 платиновых осколков. Значит, 70 получим. Это у нас будет 250, да? То есть еще 2 недели нам придется побороться здесь для того, чтобы накопить еще осколки на одного платинового героя, чтобы его перевести. Так, ну что, в магазинах мы уже, по-моему, все посмотрели, да? Здесь нам абсолютно делать нечего, что могли, мы приобрели. Так, мутагена, наверное, у нас опять же не хватит на Ваньку, не хватит? Хватает, друзья мои. Ну что, Ванька получает 89-й ранг. Еще один уровень, он будет 90-м. А вот после 90-го, ребят, я, наверное, буду прокачивать либо Майки, либо Бакстера. А может быть, даже и Донателло. Потому что, ну, хорошему уже находиться в 80-м ранге. Пора уже подниматься, как говорится, выше. Так, давай здесь заберем наши награды. Так, теперь идем с тобой в испытание и смотрим. Мы можем с тобой потратить сыр. Ты знаешь прекрасно, что мне нужны вот эти вот элементы. И я вот, наверное, все-таки, ребят, рискну их потратить именно здесь. Хотя, если подумать, если подумать очень хорошо, мы можем здесь попробовать вытянуть кожеголового. Рискнем, друзья мои. Поехали. Так, 50 жетонов, это не то. Блин, какая, ну, кружка. Ну, ё-моё, ну. Да ё-парасоте. 3 доллара, короче. Все, что мне не нужно. Сейчас еще карту бибо... Ай, майки. Так, ребят, еще 2 попытки, последние. Ну вот, карта Бибабима, как я тебе говорил. И последняя. Рафаэль Ролевой. Да. Неудачно. Как раз вот эти 2 персонажа, которые мне нужны были, не выпали. Обидно, обидно до слез. Ну что, друзья мои, ну не повезло. Так, а мы с тобой идем в приключение. Смятение из другого измерения. И нам нужно пройти всего ничего. Раз, два, три... 4, 5, 6, 7, 8, 8 поединков, ребят. Я думаю, что мы с вами это дело осилим. Тем более на изи. Берем нашу супер имбовую команду. Единственное, что я хочу здесь сделать, это хильнуть. Потому что у нас у Рафаэля что-то не очень много здоровья, я смотрю. И это как бы очень рискованно. А как мне это сделать, пока ума не приложу. Ну давай вот так вот сделаем, фиг с ним, так уж и быть. Супер Шредер у нас постарается на благо, надеюсь, да? Так, поехали, добиваем Кирби. Ага, ага, гриб все-таки не уничтожили. Видишь, что он делает? На Рафаэля бочку, как говорится, катит. Так, гриб. Все, ему крышка, его добьет Раф. Мы добьем жука. Так. А, все, я вспомнил. Ребят, я думаю, что-то у меня от хила не хватает. Правильно, у нас же хилер был Микеланджело, так ведь? Теперь Майки у нас нет в команде, поэтому за это все дело будет отвечать Леонардо. Один-единственный прямой, ребята, повторю, прямой хиллер, который сразу захиливает. Потому что Супер Шредер у нас хиляет постепенно. Давай сделаем, в конце концов, шипы. Чем мы тут будем с собой долго париться? Угу. Как видишь, шипы не особо идеально срабатывают. Все-таки оставляют после себя в живых очень много противников. Но есть возможность, как говорится, их добить. Так, друзья мои, ну что, переходим с вами. Сколько там? 8 было, да, поединков нам надо пройти. Теперь остается 7. Поверь мне, мы их быстренько пролетим. Даже глазом не успеешь моргнуть, как мы уже с тобой будем валить Кренга. Так, первая волна.
Тут у нас Крис Брэдфорд, который, естественно, сейчас в первую очередь получит от Усаги. Причем двойным ударом. Все, мы его накрыли. Так, Супер Шреддер не имеет двух ударов, поэтому он одиночка. Так, Армагоша добивает таракана бронированного. И мы с тобой валим гриб. Дальше мы перебегаем на последнюю точку. Здесь у нас Крысиный Король и... Так, и Змея Карай. Так, смотрим. Не добил. Так, Усаги, естественно, добивает. Давай вот сюда, наверное, бросим клинки. О, мы еще и замедляем его, да? Так, ну давай сделаем валунчик тогда. Чем мы будем на них любоваться здесь? Все. Прекрасно. Так, у нас остается 6 поединков. То есть мы сейчас с тобой закольцуем, да? Потом пройдем в середине. И уже пойдем туда. На 3 испытания. Здесь у нас остается 1, 2, 3, 4. 4. Ну, естественно, там уже будут нас поджидать ниже черепашки, по-моему, если не ошибаюсь, оригиналы. Ну что, Змей Комьюн, страдай. Ага, заблокировали. Шикарно. Так, в минус. Поехали сюда. И вот еще один у нас тут клан Футовиц прыгает, почему довольный. Зря ты это сделал. Так, ну что, здесь у нас с тобой нейтрализатор, муха, ну и тигриный коготь. Давай сделаем, наверное, массовую атаку, чтобы быстренько с ними тут справиться, а то начнут сейчас муха хилять будет, этот стрелять. Муху, я думаю, все-таки нужно уничтожить. Так, ну в принципе, давай так тогда сделаем с тобой. Нейтрализатора уничтожаем. Прекрасно. Ну, потратиться пришлось мне, конечно, на суперудары. Но оно того стоило, поверь. Так, ладно, мы с тобой выдвигаемся дальше. Смотрим, что нам сделать. Давай, наверное, вот здесь пройдем. И там у нас остается всего лишь 2 поединка, да? 2 поединка, я имею в виду, чтобы уже пойти дальше. На этом кольце. Так, ага, мог бы минусануть. Рафик, мог бы, Зэк. Его надо быстренько, ребята, клепать. Все, заблокировали его, даже уничтожили. Так, минус Маузер. Ну и клан Футовца тоже заодно. Так. И добивка, шикарно. Ага, здесь у нас Хан, Саблезуб и Джастин. Ну-ка. Давай, Усаги, добивай. Отлично. Опа. Рафаэль, будь добр. А, он в броне. Не понял, а что это у него? Сколько они настакали брони-то здесь, эй? Угу. Две брони, друзья мои, висит. Значит, и у Джастина столько же. Точно. Так, нужно их пробить. И у Саблезуба столько же, да, получается. Нам нужно как-то захиляться, если че. Опа. Ну ничего себе. Это что за фокусы, я не понял. Ты посмотри, сколько у нас здоровья осталось. Раф, давай, добивай их. Слушай, нам нужно с тобой что сделать? Ну, во-первых, дождаться хода Леонардо. Для того, чтобы он нас смог здесь захилять. Либо же, чтобы Супер Шреддер нас хилил. Чтобы успел. Так, еще до конца. Ну-ка, до конца раунда. Ну... Как бы хорошо и в то же время не очень. Вот, вот, давай, Лео, будь добр. Слушай, мне кажется, надо вернуть Микеланджело нам в отряд. Один хиллер как бы не справляется. Я офигею, сколько у него брони было у этого Саблезуба. Но все-таки мы его победили. Так, ребят, двигаемся дальше. У нас остается... Замыкающий уровень на круге. И уже сам круг. Это черепашки оригиналы. Так что сейчас мы это все сделаем дело. Замыкающий, вот он. Так, не забывай, что у нас с тобой сейчас нету хилов, потому что они все в откате. Поехали. Раз. Шипы, не, давай вот так, наверное, сделаем. Клинки бросим. Отлично. Так, клан Футовцев, я думаю, разберем без проблем. Отлично.
Так, давай, Лео, у тебя две атаки. Красавчик. Так, ну что, идем сюда. И тут у нас, ага, Крип и плюс Джастин. Ну, Крипа можно, в принципе, вот так наказать. Ага, еще и постепенный урон. Плюс наша супервертушка от Усаги. Великолепно. Плюс у них везде постепенный урон висит, так что они нам не страшны. Они в любом случае, ребят, погибнут. Все. Ну что, я думаю, пора навестить оригиналов. Как ты считаешь? Я думаю, что ты со мной согласишься, да? Так что выходим. Здесь все это собрать. И вот здесь у нас уже будут оригиналы. Поехали. Это все мы пропускаем. Вот они. Вот они, голубчики, стоят и ждут меня. Так, начнем, пожалуй, наверное, с Лео все-таки, да? Ай-яй-яй, заблокировать не? Не хочет. Тогда сделаем с собой супершипы. Ой, великолепно. Причем Леонардо, ребята, даже не погиб. Хотя у него было меньше всего здоровья. А ну-ка. Вот и все. Вот и докрякались они. Ну что же, у нас с тобой остается всего лишь два последних поединка. И мы с тобой здесь прошли. Прошли смятение из другого измерения, да? Ну что же, заходим. Как к себе домой. Хотелось бы, конечно, чтобы на Супер Крэнк у нас уже были откаты. Именно по нашим скиллам. Ну-ка давай, Усаги, у тебя две атаки. Вот почему-то он не может, ребята, пробить с двух атак противника. Это немножко огорчает, конечно. Что ты делаешь, прыщ, а? На тебе. И здесь у нас с тобой, ага, Джастин плюс мутагеноид. Я не буду здесь ничего тратить. Я думаю, что мы их так сможем запинать. Так, минус мутагеноид. Плюс, давай-ка мы пробивным сделаем. А так если? Вот совсем другое дело. Здесь мы уничтожили. Давай-давай, Шреддер. Великолепно. И остается училка. Все. Прекрасно. Ну что же, друзья мои, мы идем с вами к Крэнгу. Крэнг уже там бедный, наверное, вспотел, бедолага, пока проходили мы этот круг. Круг почета. Ать, хорошечно. Сейчас мы его, ребят, встретим. Причем он играет в меньшинстве. Ты заметил, что у него одна ячейка была свободная? Да-да. А почему в меньшинстве? Потому что, ребята, здесь вот первая волна, да? А на второй волне он просто один будет. Хотя они могли бы сделать ту последнюю волну именно с Шреддером, да. Потому что у него же верный помощник Шреддер был. У Крэнга. Да, а уже Шреддер, как говорится, заправлял всеми остальными там. Бибопом, Роксиди. Ну, всей вот этой, короче, армией. Как там, анималити. Так, ну что же, мы с тобой попали к Крэнгу. Крэнг тут сидит, да, в своей машине, которая заряжает вот этого робота. А робот — это непосредственно его средство передвижения. И вообще, именно оттуда он руководит, да? Бумс. И промахнулся. Ой, парень, не повезло тебе. На, заблокировали, все, ребят. Ничего он уже не сможет сделать. Плюс клинки замедляющие. Попробуем сейчас его. Опа. Замедлили. И тройной укусик ему вдогоночку. Раз, два, три. И добивку, наверное, да? Вертушку я сделаю специально, ребята, выпендрюсь на добивочку. Вот и все. Вот, ребята, и Крэнг сдулся. Великолепно. С ним абсолютно никаких проблем, ребята, нету. Мы уже сколько раз проходим. И я уже забыл, когда мы вообще проигрывали последний раз Крэнгу. Так, ну что же, теперь остается заполучить награды, которые, в принципе, нам и не нужны. Потому что здесь у нас все абсолютно есть, ребята. Собрать и сбросить. Ну, вот здесь можно что-нибудь вытянуть. Так, крысиный король. Нам достается Паукус. Плюс пульверизатор. Или Тимати. Так, железноголовый. Змей Ковьюн. Макман. Паукус. И опять Макман. Здесь Донателло классика. Здесь Майки классика Леонардо оригинал.
Майки оригинал. Так, опять же классика. В общем, ребята, все классика. Ну, вот единственное, что здесь вот выпали нам с тобой награды. Шляпа с напитками, кукла Дорома, джойстики, геймпады, кристаллы. Ну, в общем, все нормально. Естественно, это у нас с тобой обновляется смятение из другого измерения. То есть мы как бы по новой будем там набивать все. Ну, а я скажу вам следующее, ребята. Будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И, как говорится, уже увидимся на Бусти в понедельник. Удачки и до новых скорых видосиков.